Сменить строгие костюмы на спортивную форму, привычную обувь на валенке, укрепить здоровье, а заодно и деловые связи. Такую возможность второй год получают сотрудники региональных министерств и ведомств. Турнир по хоккею на валенках среди органов исполнительной власти состоялся 4 февраля на территории природного парка «Птичья гавань». Главным организатором соревнований выступило Министерство спорта Омской области при поддержке регионального министерства природных ресурсов и областной федерации флорбола. Было принято очень правильное решение о вот этом турнире. Скажу больше, сейчас мы активно думаем над тем, чтобы возродить спартакиаду госслужащих, которая бы можно было комплексно проводить для того, чтобы, вот, так скажем, людей готовить, опять же, к выполнению норм ГТО, плюс, как бы, опять, вот, все эти принципы, связанные с здоровым образом жизни, с общением, с правильным общением, с здоровым общением. 15 команд были поделены на 4 группы, и лишь победители в каждой выходили в полуфинал. Поболеть за своих сотрудников и поддержать участников турнира морозным воскресным утром приехали руководители ведомств. Вид спорта хороший. Я в свое время занимался немножко и хоккеем, и футболом. Для меня, в принципе, вот такие виды спорта командные, они близки, потому что это на самом деле воспитывает чувство взаимодействия друг с другом, поддержки друг друга. И это помогает в том числе и потом в работе. Хоккей на валенках – вид спорта не классический, а потому не самый предсказуемый. Однако после разведки боем у команд появилась комбинационная игра, а у болельщиков – повод для радости. Очень интересные проходят матчи, очень захватывающие. Чиновники наши с большим азартом участвуют в них. Да? Нестандартные клюшки для игры в флорбол, но ребята стараются, разыгрывают красивые комбинации, получают удовольствие от игры и после игры как бы благодарят друг друга за хорошую игру. Поэтому, я думаю, турнир удался, сегодня отличная погода, как бы все здорово. Сама игра очень интересная, то есть мяч ведет себя, так скажем, неоднозначно, может улететь как в одну, так и в другую сторону, то есть координация движения очень такая, так скажем, сосредоточенность всегда на игре, то есть расслабиться ни одной минуты нет. Победителем турнира в итоге стала команда администрации города Омска. На втором месте в этом году дружина Главного управления финансового контроля Омской области. Третьими завершили турнир дебютанты соревнований коллектив регионального Минздрава. Второй турнир завершен, но участники уже с нетерпением ждут третьего, чтобы взять свои реванши и вновь побороться за победу в полюбившемся соревновании.